Во дворце спорта «Триумф» прошел масштабный флешмоб «Бокс объединяет». Он был организован Федерацией бокса России. Более 500 человек провели бой с тенью, один из тренировочных элементов единоборств. За ними наблюдали 1500 зрителей. А руководила тренировкой Софья Очагава, серебряная призерка Олимпийских игр в Лондоне. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. Более 500 боксеров из Москвы и Московской области собрались в Люберцах для участия в спортивно-патриотическом флешмобе, чтобы сделать миру послание и показать, как может сплотить этот вид спорта. Торжественное событие открыл Владимир Ружицкий. Люберцы – это территория спорта. У нас самые разные виды спорта. В первую очередь я благодарен Федерации бокса России, что принято решение вот эту акцию «Бокс объединяет» провести у нас в Люберцах. Флешмоб поддержали олимпийские чемпионы Вячеслав Яновский и Софья Очагава, которые и провели тренировку «Бой с тенью» – комбинацию основных боевых связок в боксе. За событием с трибун наблюдали более 1500 человек. «Бой с тенью» – тренировка самого себя, чтобы увидеть свои недостатки и ошибки. Очень живо, так, очень хорошо организовано, очень хорошо, что очень много молодежи. Мы занимаемся боксом с детства. Этот флешмоб придуман для того, чтобы популяризировать среди молодежи. Мы делали основные удары, уклоны и работали с тенью. В этот день флешмоб «Бокс объединяет» провели во всех регионах России, собрав более 50 тысяч участников по всей стране. В Московской области, помимо Люберец, он также состоялся в Серпухове. В завершении мероприятия во дворце спорта «Триумф» прошел концерт. Даниил Михайлов, Анна Троян, Никита Скраган, Константин Черепов и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.